И в развитии темы милосердия. Андрей Кольцов из села Тарханы, что в Батыревском районе, сам проводит социальные акции. А на вырученные средства помогает нуждающимся. Вместе с отцом и школьными друзьями он уже строит планы на этот год. Моя коллега Татьяна Трофимова встретилась с юным волонтером. Помогали многодетным семьям оплатить питание детей в школе. Часть денег направили в благотворительный фонд именем детства «Во имя детства». Купили пожилым людям валенки на зиму. И все это сделали ученики Тарханской сельской школы. Восьмиклассник Андрей Кольцов – один из организаторов таких волонтерских акций. Это он придумал передвижной металлосборник, в который жители 12 близлежащих деревень складывали ненужные металлические предметы. Передвигать по территории контейнеры помогал отец Андрея. Мы ставили эти контейнеры и собирали металлолом. Потом этот металлолом мы продавали и на полученные деньги помогали пожилым или детям, которые в трудных ситуациях. Все люди активно принимали участие в нашей акции. Все хотели помочь. Председатель совета отцов Тарханской средней школы, врач, многодетный отец Анатолий Кольцов поддерживает школьную волонтерскую команду. Я, по сути, являюсь врачом, и с утра до вечера у меня профессия связана тем, что я помогаю с утра до вечера. Вот приходят и пожилые, приходят и молодые, приходят старые. И по своему долгу смотрю, у кого-то нет лекарств покупать. У кого-то нет средств, например, оплатить ребенку на питание в школе. У кого-то нет еще что-то. И организовали. Вот ребятам говорю, вот такая проблема есть, давайте придумаем что-нибудь. И вот придумываем сами. Так ребята организовали и сбор макулатуры в школе. Сейчас собирают пластмассовые крышки и батарейки. Показывают пример взрослым по раздельному сбору мусора. Еще одно доброе дело в копилку – чистые улицы и дворы. Сейчас ребята разрабатывают планы, кому еще можно помочь и как это сделать. У меня, у моих друзей все есть. И мы, помогаем людям, которым чего-то не хватает. Татьяна Трофимова, Павел Рядков, Республика.